и сестры гипертоники. Нас 50% взрослого населения, каждый второй. Запомните, пожалуйста, если хотите сохранить здоровье и жизнь. Никогда, повторяю, никогда не сбивайте давление, разжевывая препарат под названием Каримфар или Каптоприл и положив его под язык. Вы собьете давление, но вы резко уроните перфузию сердечной мышцы, кровонаполнение головного мозга, и у вас огромные шансы получить инфаркт или инсульт, либо просто умереть от аритмии. Десятки тысяч пациентов, таких как мы с вами, умирают от этого. И это списывают: ой, так случилось, инфаркт, ой, что вы хотите, у него же холестерин, ой, что-то такое. Да не ой. Если вам врачи это советуют, это врачи безграмотные. Если, как мне говорят, это ходят стандарты скорой помощи, это неправильная скорая помощь. Если у вас выбор не делать ничего, либо принять таблетку под язык, разжевав ее того же Каримфара, лучше не делайте ничего. Пойдите, прилягте в темную комнату, может, примите там четверть таблетки гипотиазида, которая только подействует. Вы не можете снижать давление быстро. Это во всех стандартах мировых. Даже если инсульт, вы не можете снижать давление больше, чем на 20% от исходного. Снизите больше, можете убить. Повторяю, падает перфузия сердца и мозга. Будьте внимательны к своему здоровью и учитесь лечиться правильно.